А йоу, народ, приветствую вас всех на канале Базука. Сегодня продолжаем проходить игру Assassin's Creed 2. Ребят, не забывайте ставить лайки, а также подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Ну а мы продолжаем проходить историю Эцио, узнавать и все такое. Так, значит, мы остановились на том, что мы выполнили задание. И у нас появилось новое задание. Это раз. Во-вторых, как вы можете заметить, вся карта у меня теперь открыта. Вне стрима я побегал и в каждом городе забрал везде точки синхронизации, чтобы карта была открыта уже полностью, и нас это не тревожило, и мы не тратили на это время, да, чтобы это вот не надо было бегать, вот это открывать, вот это вот забираться везде, искать где-то чего. Просто для экономии времени. Ничего там такого вы серьезного не пропустили. Каких-то там пару предметов по дороге я собрал. Где-то денежки, где-то какие-то перья. Ну, по сути, не так их много было. Вот, и плюс я еще в Монтриджоне заходил, забирал денежки. Как видите, уже их 35 тысяч на счету. Ну, а пока мы сейчас будем бегать тут по заданию, у нас еще накопится. И мы Монтриджоне свое, наверное, до конца уже сможем прокачать. Нифига, какая толстая с сиськами. Ёптей, какая пошла красотка. Так, нам сюда. Поехали, короче, сразу в задание. Лоренцо Медичи. Пацы мертвы. Все до единого. Пацик всех должен завалил. Должен признать, что я не верил, будто чужой смерти можно желать столь сильно. И я. Эцио. Спасибо тебе за то, что позволили моей мечте прожить чуточку подольше. Блин, какой он загорел, я прям завидую этому чуваку. Что ты будешь делать теперь? Сеньор, мне нужно выследить других. Они уже вцепились когтями в самое сердце Венеции. О нет. Да, и мы, кстати, узнали, кого нам теперь следующих выслеживать. Они даже попытались меня убить, но у них ничего не вышло. Я хочу кое-что тебе подарить. Потому что я... Эцио. Знак того, Эцио. Что ты друг Медичи. Блин, что-то у меня там на голове. Пока ты носишь парень. Его, городская стража будет относиться к тебе снисходительно. Нормально. Причесочка нормально. Но помни, это не причесочка дает тебе нарушать закон. Блин, ну что ж такое? Сегодня что-то не лежит. Не лежит сегодня. Да прибудет удача с твоим клинком. Спасибо. Удача всегда со мной. И я всегда на коне. Так, вы получили плащ Медичи. О, да? Пока вы в плаще Медичи, стражники Медичи не обращают на вас внимания. Серьезно? Неплохо. Так, тут грабануть. Ну, это вообще хорошая новость. Теперь нас будут меньше замечать, да? Охранники Медичи. А что нам дальше-то? Цель-то какая вообще? Да не мешайтесь под ногами, крысы. Бегают тут везде. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мама, мама, она зовет меня для вас. В жизни не видела ничего подобного. Клоуны его так себе, верно? Так, давай по крыше, наверное. Блин. Ну ладно, зато мы добежали. Привет. Так, это мы опять к своему другу-то вернулись. Точно. Леонардо! Леонардо, открывай! Отворяй ворота, а его дома нет. Види спьячи, мессер, но его нет. Дворянин из Венеции пригласил маэстро к себе, чтобы тут написал несколько картин. Знатный господин даже оплатил перевозку всей мастерской Леонардо. Это большая удача. Грация мили, друг. Ничего себе, какой щедрый. Так, это что, все задание в дороге называется? Интересно. Так, давай полечимся. Поехали тогда дальше. Потом, значит, что я еще узнал об этой игре? Что нам нужно обязательно собирать, как вот это называется-то, я уже забыл. Сейчас найдем, где-то здесь, по-моему, оставалось что-то. Какие-то там листки мы собирали. Легенда. Плакаты. Так, страницы кодекса. Вот, страницы кодекса, оказывается.
нужно собрать все. Это без них закончить игру невозможно. Поэтому в любом случае их нужно будет собирать. Ну, посмотрим, как бы будем брать то, что будем находить по дороге. Это мы как бы по-любому соберем. А то, что мы, допустим, пропускаем или пропустим в конце игры, я обязательно дособеру, но, скорее всего, наверное, уже без записи, потому что, ну, смысл как бы показывать то, как я бегаю, да, и собираю эти страницы. Я думаю, что каждый сможет сам понять, где они находятся, и собрать их. Да и кому это будет интересно? Ну, и неинтересно, и неинтересно. Да, зачем это надо? Правильно? Правильно. Поговорил сам с собой, это как бы нормально. Самое главное, что меня все поняли. Да, бегать, конечно, тут приходится в игре нормально так. Особенно в этом городе. Я не знаю, насколько, типа, этот город самый большой или нет. Но беготни здесь хватает. Особенно, что примечательно, по крыше-то на самом деле не быстрее, потому что ты постоянно то падаешь, что еще куда-то из-за отстойного управления. И, соответственно... А, ну нам сейчас куда-то телепортнуться предлагают, скорее всего, да? Скорее всего, в Монтериджоне. А, не в горы? Куда-то в горы, говорят, надо. Салют! Интересное кино. Ладно. В горы так в горле. В горы, в горле, в горы так в горы. Чё? Я не против. Можно и в горы. Вообще горы я люблю. Свежий воздух. Отправиться в горы. Да. Поехали. Только я вот сейчас не очень понял, зачем. Я, может быть, пропустил диалог, пока болтал. Мой язык, мой враг. Враг мой, мой язык. Так. В горы. Леонардо. О, так, а, да, точно, мы же за Леонардо поехали, точно. Я, у меня небольшие неприятности. Может, я смогу выручить тебя? Я знаю, как ее починить, но ничего не могу сделать. Ты не приподнимешь повозку? Нифига себе, Халк, повозку, говорит, приподнимешь? Что это за штука? Она же, блин, если груженая, то она же так, пустяки, тяжелая. Одна из моих задумок. Не хотелось бросать ее там. Какая летучая мышь там. Наверное, не стоит говорить об этом. Аль дьяволо. Я не в силах молчать. Аль дьяволо. Так, черт с ним, записали. Я наконец-то додумался, как. Пока играем, изучаем итальянский. Вперед, я буду править. Ну, я даже не сказал тебе, куда еду. Блин, это что-то какой-то, как это сказать-то, параплан, что ли, какой-то? Ведите повозку Леонардо до направления к Венеции. О, Венеция. Там мы еще не были. Отлично. Ну, где-то приблизительно половина Венеция. Игры у нас пройдена. Это прекрасный город. Столько источников вдохновения. Мост Риальто, площадь Святого Марка, Арсенал. Шш, в чем дело? Мы не одни. О, ну понятно. Что происходит? Кто это? Люди Родриго Борджа. Что им нужно от нас? Думаю, они хотят нас убить. Леонардо, ну, наверное, не нас. А тебя, Эцио. А Леонардо сразу спрятался. Ух ты, ё-моё, ничего себе, я должен рулить повозкой с горы вот так вот. Как я их стряхну-то? Осторожно, а то опрокинется. Ё-моё, вот это дрифт. Вот сейчас этот, как его, семья из фильма «Форсаж» мне позавидует. И Лысый. Лысый, как его зовут-то, я забыл. Забыл, как зовут Лысого. Кто-то на крыше. Сделай резкий поворот. Стряхни их. Ой-о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 й.
Блин, ничего себе, как драйвово-то. Хоть, знаете, графика и не очень, но, блин, миссии, конечно, драйвовые тут. Вот это поездочку я никогда не забуду. Они подожгли мост! Держись! Сейчас будет немного трясти. Ох, сейчас будет прыжок. Не успели, мы успели. А вот они нет. Ща повозку подожгут, 100%. Ну все, повозка горит. Поздравляю. Поздравляю, мы горим. Бери огнетушитель и туши там, Леонардо. Ну ладно, это только колеса горели, поэтому... Колеса... Ой, а у повозки тоже ездишь хпшка. 4 деления. 5 делений осталось. Вот почему в современных Assassin's Creed'ов, вот этих современных частях, почему нету такой движухи-то? Я вот что-то в Вальгале не помню, чтобы какие-то были такие забавные миссии. Куда все это ушло? Почему все просрали-то? Разработчики. По-моему, вам нужно вернуться к оригинальным частям. И реально вот делать вот такие движовые, драйвовые миссии в играх. Ба! Блин, 4 деления у повозки. Ой, их трое там. Несколько раз. Так, пошел вон. Я еще пытаюсь просто их скинуть, они же не скидываются нифига. Ну все, вроде приехали. Офигеть, вот это драйв, вот это мощь. Слушай, класс. Заслуживает лайка, так что, ребят, лайкосик обязательно нажать. За такие драйвовые гонки. Так, ну, тихо. Тихо! Драться-то чем? Блин, теперь вспоминаю управление. Тихо, дай полечусь. Так, минус. Тебя поджарят на вертеле, как поросёнок. Заходи, Дани. Еще минус один. Сейчас я их добью, подожди. Давай по одному. Да надо уже добить его, там у него хп-то осталось. Так, остался теперь толстяк. Блин, вот с толстяком сложно. Надо спарировать его. Не, ну он очень защищается. Я что-то не знаю, как с ним драться, честно говоря. Охренеть. На!
На! Носи! На здоровье! Нифига себе топор! Так, а это? Ага. Во, с топором побегаем. Неплохо. А, он все равно его выкидывает. Так, короче, против толстяков, значит, надо вообще лучше без оружия. Просто отнять у них оружие и быстренько его выщелкать. Так проще. Не спрашивайте, но так проще. Каникулы в Романье. В Романье каникулы. Закончились каникулы. У кого-то только начинаются, а у нас уже закончились. Доступны новые контракты на убийство. Новые курьерские поручения. Доступны новые драки. Что происходит? Так, ну мне что, доступна теперь Венеция стала? Вот это я бы, конечно, хотел бы посмотреть. Орлы указывают на наличие точки обзора. Точки обзора мы все собрали. Ну, только в Венеции, естественно, теперь их собирать. Ну ничего, это я тоже успею собрать. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, мы с вами в Венеции. В Форли. А может быть, это что-то... Гробница ассасина здесь есть. Так, поехали до точки обзора, наверное, тогда по Бырику сначала. Надо бы взять, открыть карту хотя бы, чтобы понимать, что здесь у нас. Так, а я же могу взять лошадь, да? Да. О, видишь, уже... Опа, 5000. 5000 уже накопилось. Это мы обыщем. Ох, уже 41 тысяча. Ничего себе, нормально. Ну все, мы, считай, прокачали Монтериджони до конца. А куда звук-то делся? Так. О, сорян, вы что, люди еще и могут лошадь сбить? А людям вообще ничего. Но мне кажется, если на коне сбить так человека, он точно не встанет сам по себе. Блин, какие-то болота тут. Так, нам сюда. Быстренько, точку обзора. Ну, в смысле? Не знаю, о чем он думает. Должно быть о чем-то важном. Что-то где-то лежит. А где, непонятно. Так, ну хорошо. Ну видите, как долго. Смотрите, сколько времени занимает просто залезть на одну точку. А это такая самая простая. Есть точки такие, где надо там с одной стороны залезть, с другой стороны вокруг этой башни пролезть. Ну точно Венеция, 100%. Карта обновлена. Так. Само задание-то где находится? Ё-моё. Ё-моё. Гробница ассасина. Тут еще тоже была точка обзора. Ладно, поехали на задание, там по дороге посмотрим. Посмотрим, где мы можем взять еще одну точку. Блин, сколько же тут народу ходит, а? Вот это тоже точка обзора? Почему тут все затоплено? Ну вот видите, как я и говорил, да, это тоже точка обзора, но вот смотри, тут додумайся, как залезть сюда. Быстрее, давай ее тоже возьмем. Раз тут мы уже приехали, теперь нужно понимать только. Так, перышко есть. Правильно ли мы лезем, нет? Мне кажется, правильно должно быть. По кругу. Сейчас где-то будет за вас. Вот, например, здесь. Так, отлично.
Теперь нам нужно еще выше. О! Ну, в принципе, недолго, но и не быстро. Но точка обзора у нас теперь в руках. Ну правильно, все затоплено. Так это же Венеция. Просто она не такая современная Венеция, а еще прошлого Венеции. Еще, видишь, не особо затоплена. Так ее же топит с каждым годом все больше и больше. А на тот момент она была не такая затопленная. Но уже ее начинало топить. Все верно, все верно. Логично. Даже в этом разработчики преуспели и предугадали как бы вот этот вот момент. Задумали об этом. Задумались. Так. Давай, лошадка, веди меня. Плотва, поехали. Так, тут можно еще грабить лодки. Эцио, сюда, я здесь. Кто где? Кто где? А, вон он стоит. Так, здесь есть перемещение. Аванпост Венециану. Что это? На этом здании один из тех странных символов, о котором говорил Шон. Тебе нужно найти этот символ. Стратегия Венеции заключалась в том, чтобы поддержать цепь баз, расположенных вдоль восточных торговых путей. Таким образом, правители города заботились о том, чтобы венецианские купцы не подвергались нападениям пиратов или врагов Венеции, турков. В конце 15 века венецианский флот пытался помешать французскому королю Карлу VIII захватить Италию, и поэтому нападение турков застало Венецию врасплох. Венеция потерпела сокрушительное поражение и утратила свои базы в Греции. После этого турки вторглись во владение Венеции в Северной Италии, и хотя Венеции удалось сохранить почти всю историю, всю свою территорию, с тех пор она утратила статус великой морской державы. Ясно, понятно, интересно. Минуточка Википедии, так сказать. Спасибо, Эцио. Ты спас мне жизнь. Я сделал то, что должен был. Ты поступил бы точно так же. Если бы. Храбрость не входит в число моих достоинств. Я в долгу перед тобой, брат. Дин Йенте. Все на борт. Скоро отчаливаем. Это наш Трагетто. Нас ждет Венеция. Трагетто, паром. Записали. Трагетто — это паром. Какой? Хотя это не паром. Паром — это, блядь, на пару который. Чё ты несёшь? У тебя нет пропуска? Без пропуска в Венецию попасть нельзя. Кто пригласил тебя? Чё? Так это не Венеция никто. Была. Это какой-то порт перед Венецией. Баста. Без пропуска нельзя. Не волнуйся, Леонардо. Я что-нибудь придумаю. Блин, а я-то думал, это Венеция. Не стой столбом! Помоги мне! А ты-то кто? Тутти Абордо. Помогите зовущей на помощь женщине вернуться в доки. Тутти. Ну ты и Тутти. Прыгните и нажмите X в полете. Ага. Так, чтобы плыть быстрее. А я не могу? А, вот. Слушай, даже в той части, во второй уже можно было управлять лодкой. А чё он не плывёт? О, боже мой, кто-нибудь, помогите мне, помогите! А, надо... Охренеть. Надо постоянно нажимать ноль, чтобы гребсти. Я не умею плавать. Рассчитывайте скорость, частоту грибков. Мадонна. Какой милый. Дама от тебя без ума. Ой, ну да, Эцио, конечно, красавчик. Все тёлочки по нему сохнут. Я и не думал очаровывать вас. Просто хотел помочь. Доставьте Катерину именно в доки. Так это Катька, ёпта. Очаровательным. Катерина Сфорца. Ну-ка, давай прочитаем, кто такая за Катерина. Графиня Форли, дворянка. О, дворянок я люблю. Катерина Сфорца, незаконнорожденная дочь герцога Миланского. Она выросла при его дворе и получила классическое образование. Герцог лично обучил ее искусству войны. Кроме того, Катерина увлекалась алхимией и охоте.
В 1473 году, десятилетнюю Катерину обручили с Джероамо Риарио, племянником папы римского. Супруги консумировали брак, когда Катерине исполнилось 14 лет. Блядь, 14 лет, ну жесть. Как так? В Риме ее считали одной из самых ярких фигур, а ее муж, ну фигура у нее яркая точно, была репутация жесткого тирана. После смерти отца Джероамо стал еще больше влиятельным, унаследовав его владения и Молу, и Форли. То есть Форли это какая-то приграничная, такая сказать, итальянский какой-то портовый город перед Венецией, от которого отходит корабль до Венеции. Когда папа римский умер, мародеры разграбили Рим и разрушили дом Катерины. Несмотря на то, что она была на 7-м месяце беременности, бесстрашная Катерина прибыла верхом в замок Сант-Анджело и организовала его оборону. В 1484 году вместе с семьей... Ага, чумой... Блин, слушай, ну тут целая поема. Ладно, все понятно. Короче, дворянинка. Но, пожалуйста, зовите меня Эцио. Ой, тихо, блин. Дворянинка какая-то, крутая, с нелегкой судьбой, муж-тиран... Мы родила, для тебя то есть уже, значит, награду. Милфа получается. Какие у тебя предложения? Милфуха. Может, статься, вы в силах мне помочь? Милфуха по имени Катька. Я вся внимание. Может, она мне сможет помочь попасть сеньор. В Венецию? Как скажете, сеньор. Спасибо, помогла. Баш на баш, так сказать. Я больше тебе, а ты тебя мне. Не побеспокоит. Я разобралась с ним. Спасибо, Катерина. Быть может, мы еще встретимся. Если окажешься в Форли, можешь рассчитывать на теплый прием. Ага. Надеюсь, мне доведется узнать. Ой, Катя, ну как я могу отказаться? Я сейчас ни в какую Венецию не полечу вообще. О, приношу вам свои извинения, мессер. Если бы я знал. Все в порядке, друг мой. А тебя уволят, козлина. Уволят тебя нахрен. Неожиданное приключение, приз получит. Завершите участок ДНК-6. ДНК-6 участок завершили. Блин, слушай, так тут еще получается не только Венеция. Тут иди еще в Форли эту пообыскивай. Тут, наверное, тоже всякие есть. И... Ну да. Страниц кодекса, как я и говорил, нужно собирать все. Плюс гробница ассасина надо будет пройти. Блин, мы, может быть, сделаем отдельную серию просто про гробницы эти. Потому что гробницы, они очень долгие. Они реально очень долгие. И я даже не знаю, смысл есть их собирать. Но в этих гробницах как раз же находится, по-моему... А, нет, не в гробницах находится. Нет, какие-то же мы там собирали медальоны. Медальоны собирали для того, чтобы... Открыть одежду, новую одежду ассасина, Альтаира, которая хранится в подвале Монтериджоне. Это нам надо будет тоже сделать, потому что мне хочется так сделать. Ее муж это... Муж? Да, ее муж, правитель Форли. Эта юная красавица весьма влиятельна и опасна. Эта женщина по мне. Ага. Ну все, Эцио тоже запал на качку. Ладно, пойдем, откроем Венецию, мы тогда сможем просто перемещаться быстренько перемещаться. А вне стрима я, короче, зачищу просто территорию по поводу точек синхронизации. Все в порядке? Даже лучше. О, что это меня? Ты все? Делаешь большие успехи. Обед? Ну, большие это преувеличение. Обед, хватит тогда работать. Почему мы остановились? Пребывание в Анимусе может иметь... Побочные эффекты. Это какие? Круто. Не волнуйся. Главное, чтобы... У тебя еще нет никаких симптомов. Чижик симптомов? Стоял. Симптомов? Каких симптомов? Слабоумие, галлюцинации, расщепление сознания, параллельные реальности и так далее. Ты это не страшно, сказать, я же говорю, главное, чтобы чижик был цел. Если будешь осторожен, то сможешь видеть своих предков и без помощи анимуса. Это было бы не так уж плохо, если бы ты мог контролировать процесс, но пока это никому не удавалось. А это свои 5 копеек вставил, бесит меня. Он слишком много времени проводил в Анимусе. С тобой этого не произойдет. Мы приняли меры предосторожности. Надеюсь. Ладно. Не, ну нифига себе, я там в Анимусе провел сколько... Это уже какая? 9-я серия. Я иду вниз. Когда будешь готов, приходи. Что-то раньше вы не думали о том, чтобы это... Меня вытащить. Да, и кстати, когда ты переоденешь кофту, она у тебя вся в крови, и ты до сих пор в ней ходишь. Так, а что мне надо сделать-то? Алло, куда все делись-то? Алло, куда мне идти?
Алло! Алло, народ, вы где? Решили поиграть в прятки? А, вон она внизу. Ну, она, наверное, меня ждет там. Ну, она мне уже не интересна. Там Катька хорошая вообще такая. Так каков это, конечно, тоже симпотная, но Катька, мне кажется, пошикарнее. Ну, посмотрим, что тебе удалось сохранить. Так еще и влиятельная. И богатая. Давай. Нифига тут склад у вас. Абстерго ищет нас. У них больше средств, и оснащены они лучше. Так что рано или поздно они нас найдут. А значит, мы должны быть готовы к этому. Я хочу, чтобы ты активировал систему обороны склада. Как добраться до сенсоров, решай сам. Что, даже не намекнешь? Открой глаза, Дезмонд. Открой глаза, Дезмонд. Глянись. Ничего себе, вы тут наворовали из Абстерго. А, все, галлюцинации начались. Понятно. Все ясно. У меня видение. А вот и галлюны. Галлюцинации длятся дольше 30 секунд? Нет. Значит, можно не волноваться, это пройдет. Да. Ладно, не будем волноваться. Чат, не волнуемся. Ой, чат, не волнуемся. Ребята, не волнуемся. Сказали, что это пройдет. Это так. Побочные эффекты. Все нормально. Так, а что мне делать-то вообще? Скажите, пожалуйста. Они мне так и не говорят, что мне делать. А, мне куда-то лезть предлагают. По ходу дела. Раз идут здесь галлюцинации, значит, я на верном пути. Ну да. Так, ну и чё? А, чё-то, может, включить надо? Не понял. И чё сюда залез? Блин, как меня вот бесит вот эта вот недоговоренность. Чё делать-то? Чё от меня хотят-то вообще? Или по складу побегать? Так, с ней можно поговорить как-нибудь, нет? Ничего не действует. Задание где-то написано, нет? Ничего не написано. А чё делать-то? Куда идти? Я могу тут по складу побегать чисто. О, плотва. Побегать просто до галлюцинации, что ли, здесь все пособирать, которые есть? Не очень понятно, конечно. Смотри, голуби. А голуби летят над нашей зоной. Так, может быть, здесь можно открыть что-то, нет? Чего не открывается? Нажмите любую кнопку. А, о, что-то включаю. Ну, я делаю успехи. Ты приобрел все умения Эцио. Скорость обучения просто фантастическая. Еще пара дней, и мы закончим. Так, что, надо еще, что ли, что-то нажать там? Везде, что ли, надо понажимать? Слушай, я к ним подбегал, а такого не было. Почему-то сейчас оно появляется. Но скажи, почему Эцио? Почему Италия? То есть, мы могли бы вернуться к Альтаиру в его ранние годы. Все началось с 16-го. А, старый добрый 16-й. Старый добрый 16-й. Своей кровью.
Я просмотрела его файлы. Видик отметил пару сеансов в Анимусе. Разные предки, разные места и даты. Старый добрый 16. Ближний Восток, но ближе к концу он занимался только Италией. Думаю, он знал про сокровищницу. Ты, конечно, молодец вообще. Не могла раньше сказать, что мне тут нужно нажимать кнопки. А те, мне теперь есть, придется заново здесь лезть. После того, что с ним сделали тамплиеры. После того, что с ним сделала я. Там одни обрывки. И если бы мы не давили так сильно на 16-го, то уже знали бы все. И может быть, он был бы еще жив. Вы тоже ищете кодекс и сокровищницу? Я знала, что один... Так, а здесь и не надо, не, подожди. Здесь все нажато. Так все горит везде. Не понял. Где-то что-то не нажал, значит. Нет, тут нажал, тут нажал, тут нажал. А, вон там. Точно. Не заметил. Последнее, наверное. Ладно, да. На сегодня хватит. Это была тебе последняя. Тебе нужно отдохнуть. Слушай, ты не виновата в том, что произошло с 16-м. У тебя были связаны руки, как и у меня. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я рада, что ты здесь. Блин, переодень футболку, пожалуйста, ты меня раздражаешь вообще. Так, а где мне на ночь-то спать лечь-то? Где я сплю-то хоть, скажите? Так вы даже комнату мне мою не показали. Ты типа на нас работай. О, хорош, смотри. Тут серьезные дядьки. Тут вот уже больше 15 секунд проходит. О, кто-то зовет меня. Еще одна. Ассасинская. Ассасинская девчонка. Так это загрузка или что? А, загрузка была. Что за черт? Что это? Где я? Это Акра? И Альтаир? Какого черта? А, это из первой части. Наверное, я отрубился. И мне снится какой-то... Галлюцинации из первой части. Похоже, вот его цель. Побежали. Да, это Акра из Альтаира, получается. Точно это же. Вот прям даже графон похож на первую часть. Я понимаю, что здесь, наверное, просто за ней бежим и делаем, как она. Как они. А ты попробуй, как они. Как наши футболисты. Попробуй, как они. Так, ну-ка. Не понял, почему я как-то упал-то. Да не размахивай руками, я сам не понимаю, что здесь происходит. Умник. О, нифига она его вальнула. Это не я, если что. Если что, это был не я. Опа. И дверь захлопнула. Так, ну понятно. Типа как хочешь, но тебе наверх. Так, здесь путь-то я быстро нашел.
Не, а куда дальше-то? Слушай, ну он не забирается туда. Куда тебя понесла-то нелегкая? Ну, как всегда, управление дает о себе знать. Ни одна серия не обходится без такого падения прыжка в никуда. Печально, печально, что ты такой дурачок, что конечно. За и все заново, да? Что это? Где я? Похоже, вот его цель. Блин, какой же дебилизм, а? Ну, хотя бы с того места от башни, там же была заставка, правильно? Там же была какая-то катсцена небольшая. Хотя бы от того места, ну зачем вот эту вот ерунду-то повторять? Какой-то кошмар. Я уже бог знает, сколько не спал. Так что неудивительно. А сейчас вальнет его, нет? Не вального. Ну я быстрее. А, тихо, только не прыгни куда не надо. Так я быстрее нее, смотри. Сейчас я дверь закрою. Куда она потерялась? Очень интересно. Пустите! Угу, конечно, как же. Не очень понятно, почему там не забирается вот на одну единичку буквально. На одну единичку наверх забраться невозможно. Может быть, не сюда? Да не, ну как, они показывали этот балкон, вроде бы. Как бы логично было бы сюда забираться. Подожди, надо, может быть, встать посередине, как он тут? Очень понимаю. Ну вот, ну реально же, чтобы он сюда допрыгнул. Он сюда не запрыгивает. Блин, как вот эти загадки бесит, а? Почему ты вот сюда не запрыгиваешь? Ну ты же можешь вот отсюда запрыгнуть просто вот на эту балку, правильно? Ну не знаю, он не запрыгивает. Так, ладно, значит не сюда нам. Значит нам стопудово не сюда. Окей. Значит, нам надо было там по кругу искать другой проход. Блин, вот чушь какая, а? Показывают, причем камера делает пролет, показывает, как тебе забираться, но по факту ты не можешь так забраться. Значит, по кругу надо двигаться здесь. Искать другой. Другой такой балкон должен быть. Или где-то подъем. Будет прикол, что если как бы надо подниматься именно по этому балкону. В этом будет очень большой прикол, потому что мы просто так сейчас потратим время, облизая по кругу эту башню. Ну, я прям чувствую, что да. Ну да. Ну да, как я и говорил. Тогда я не знаю, как залезать. Здесь он не лезет. Не лезет просто. Я нажимаю все кнопки, он просто не лезет. Ну, все те кнопки, которые нужны для того, чтобы залезть сюда. А, может быть. Так. Не лезет он. Я
Я не знаю, он не лезет. Я просто вот нажимаю вот кнопки, он просто спрыгивает вниз, но не лезет на эту балку. Вообще никак. Может быть, что-то заглючило в игре, но такого быть не может просто. Как бы другого пути-то нету. Нет, он вообще не лезет. Нет. Никак вообще. О, ну понятно. Ой, блин, ну какое же тупое управление, какая же тупая игра вообще. Почему ты так сделано, что... Почему он не залезает? Вопрос. Непонятно. Он же должен залезть. Что за чёрт? А, может быть, вообще другим путем надо как? Похоже, вот его цель. Это Акра. И... Тут просто Альтаир. Очень много мест вообще. Какого черта? Я даже не в Анимусе. Наверное, я отрубился. И мне снится какой-то кошмар. Я уже бог точно знает, сколько не спал. А я играю в этот кошмар. Тебе просто снится, а я играю в этот кошмар. Отстаете, дамочка? Чувак, ты куда спрыгнул? А, я думал, он вниз упал. Так, ну вот смотрите сейчас на камеру, внимательно. Так, смотри, вот камера полетела. Показывает балкон, ну и что нам наверх? Ну просто по прямой, вот тупо по прямой. Тупо по прямой надо идти. Ну здесь логично это было бы сделать. А, может быть просто... Надо типа здесь куда-то. Ой, блин, третий раз мы падаем здесь просто. Просто он выпрыгивает в воду и все. Но он не прыгает наверх. Я не понимаю, какую кнопку надо нажать, чтобы он прыгал наверх. Почему этого не происходит? Как это работает вообще? Почему в каких-то других местах он делает это? Здесь он этого не делает. Он не хочет запрыгнуть на эту балку. Просто не хочет. Это Акра? Причем с какой стороны бы я это не пробовал сделать? Обычно даже вот если балка есть вот такая, да? Даже разбежавшись вот так по стене, он все равно на нее залезает. И мне снится какой-то кошмар. Вот здесь же. Вот он же может залезть, а там нет. Так что неудивительно. Странная херня, честно говоря. Странно и непонятно. Ну вот куда тебя несет? Ну вот зачем ты вниз-то прыгнул? Ты, блин. Меня еще и столкнули вообще, славно. Найс. Так, поехали. Хорошо. Хорошо, давай добежим до этой балки, будем, не знаю, пробовать какими-то другими способами на нее залезть. Может быть, здесь просто какой-то глюк в игре, реально. Ну, такого быть не может. Больше некуда там идти, вы сами видели. Просто не хочет он залезать на этот балкончик. Точнее, на эту балку. Может быть, как-то... Не, ну тут по-другому нет другого пути. А мне надо наверх именно. А мне надо именно наверх. И вот здесь, смотри, он виснет. Вот здесь. Видишь, виснет. А там точно такая же дверь, он не виснет на ней почему-то. Даже не разбегается. Не, видишь, вот все застревает и все в одном месте.
Здесь он не виснет вообще никак. Блин, может как-то здесь надо? Подожди, в другую сторону развернись. Да чтоб опять она-то, короче, прыгает туда опять и все. Блин, я не могу, меня прям начинает раздражать. Мы столько времени потеряли на какой-то ерунде вообще. И вырезать я это не могу. Придется вам смотреть на эти мучения, что делать. Не, ну это бред. Почему ты, блин, повыпрыгиваешь с это... с балкона-то? Да замолчи ты со своей Акрой, блядь. Альтаир, да, Акра и Альтаир. Все уже поняли, что это Акра и Альтаир. Можешь об этом не повторять. Почему вообще не сохраняешься ты в том месте, где должно быть сохранение как 100%? Я уже бог знает, сколько не спал. Так что неудивительно. Я вообще не туда побежал. Так, ну короче, нам придется, наверное, здесь завершить серию, потому что я не знаю, как туда залезть. Ну типа, я мучиться здесь не буду и показывать уже какой, четвертый раз этот пробег мы делаем? Или пятый раз? Ну просто смысл. Придется тогда как-то скипнуть этот момент, не знаю как вообще только. А нельзя ли как-то вообще выйти из этой хрени? Может быть... Нет, здесь ничего нельзя, это сюжетный момент, и это нужно пройти. Видно, так задумано. Самое интересное, я могу реально успеть и... Как бы дверь-то не закроется. Вот такая вот ерунда в старых играх меня вообще бесит. Ладно, в новых там еще могу закрыть глаза на баг на какой-нибудь. Ну а здесь это прям вот задумано так. Я не знаю, может быть, конечно, может быть здесь дверь открыть надо. Ну, здесь не открывается дверь. Нет, здесь дверь не открывается. Да, конечно, идиотская ситуация получается. Типа, иди туда, не знаю куда. Залезь как, не знаю как. Не, ну логично, что типа сбоку, наверное, надо залезать. Но он почему-то не прыгает. Может быть, надо смотреть наверх? Нет. 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 Может быть, надо с разбегу? Может быть, мешается вот этот фонарь. Он до этого, кстати, горел. Сейчас он почему-то не горит. И вообще, что-то вообще... Ну вот же есть же текстура. Ты же можешь за нее вот здесь зацепиться и потом наверх подняться. Блин, слушай, походу какой-то реально баг в игре. Ну и такого быть не может. Ну просто он не залезает. Вот же, вот. Вот он по идее должен раз и цепануться за балку, но он не цепляется за нее. Походу случился какой-то баг в игре. Да, ситуация. Ситуацион. Ладно, ребят, давайте тогда закончим на этой серии. Я разберусь вне серии по поводу этого момента. Не знаю почему. Странно, очень странно. Но каким бы способом мы не пробовали, он на эту балку просто-напросто не залезает. Ладно, разберусь. И в следующей серии, надеюсь, мы с вами продолжим. И будет все хорошо. Ребята, всем спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки, также подписывайтесь на канал. С вами был канал Базука, всем всего доброго, до скорых встреч, всем пока.